Дорогие друзья, с вами я, Донали. Сегодня у нас среда, очередное обновление StarStable Online, и я снимаю видео об этом обновлении специально для вас. Будут самые главные моменты этого обновления, и также дополнительные моменты, которые даже могут быть и не написаны в статье на официальном сайте, которые вы могли бы там вообще пропустить видео, если вы даже это видео не смотрите. Хотя иногда надо бы смотреть видео по обновлениям. Это я вам советую, потому что я сама этим пользуюсь. Итак, значит, обновление очень магическое, волшебное. Это основная его часть. Дополнительная же часть тоже неплохая и очень непонятная, наверное. Вот. Так что давайте начнем. Вот мы и приехали к цирку Идриса, хотя я постоянно его Идрисом называю, и все никак не могу нормально запомнить. У нас тут есть вот как раз магическое задание, и мы будем его выполнять, чтобы не откладывать. Дарья, подойди поближе, я хочу поделиться с тобой вопросом невероятной важности. Ну давай, поделись со мной вопросом. Поговорим. Мой цирк мечты существует, чтобы делать людей счастливыми и исполнять желания, рождающиеся в сердцах всех бродяг, которых сюда заносят. Недавно ветер нашептал мне одно из таких желаний. Миру необходимо какое-то прекрасное, а великолепное... Ира здесь всегда рад услужить. Великолепный, великолепный. Я поручил своей дорогой подруге Зи достать все элементы, необходимые для этого задания. А вот и она. Это же мой пони! Зачем тебе мой пони? Какая же Зи все-таки классная лошадь. Я прям не могу. Красотка. Что вы собираетесь с ним делать? Не, мы, конечно же, все знаем, что. Все сюда, да начнется представление. Я забыла звук включить. Тут же какая-то магическая музыка должна быть. Ой, стой, оставь эту лошадь мне. Эта лошадь явно не первой молодости, хотя при виде нее чувствую ностальгию. Все же этот раз я хочу показать кое-что совершенно новое. Нет, стой, пожалуйста, это классная старая лошадка. Попробуем еще раз. Не надо, не надо. Оставь вот эту лошадь старой модельки мне, пожалуйста. Любимые цвета. Еще лучше, олень. Молодец, Идрис. Ох, что это за праздничное недоразумение? Для него еще рановато. Тебе не кажется? Я, пожалуй, не буду открывать этот подарок и отправлю его назад. Не отчаивайся, дорогуша, мы близки к цели. Третья попытка принесет нечто ошеломительное. Как можно было забыть включить музыку? Магнифики, Дарья, очаровательный герой и все жители Юрика, взгляните на чудо, стоящее перед нами. Счастливое ржание. Она такая милая. Какая же она классная. Вершина моего творчества — единственное неповторимое чудо, которое могло произойти только в цирке мечты Идриса. Ну что ты, Зи, не ревнуй, каждый из нас по-своему чудо. Это новое невероятное создание получит имя Зони. Фантастическое и прекрасное существо, которое можно увидеть только в цирке мечты Идриса. Ностальгия по Wildlife Park и 3 частям, где зебры были. Какая же она классная! Давай сдадим задание быстрее. Я не могу держать такое чудо при себе. Это дар, которым необходимо поделиться с целым миром, может быть, даже с тобой. За небольшую плату ты можешь получить Зони Идриса великолепного. Кто знает, возможно, он принесет тебе удачу. Знаете, я думала, брать ее или нет. Ну, как бы не сейчас, если я и буду брать, то потом. Но, глядя на нее, она даже моей маме понравилась. Я показала ей артик, и она даже моей маме понравилась, и она называла ее Сипоти. Вот эти переливы магии. Сиреневые глазки. Я ее хочу. Хочу, но чуть попозже. Сейчас я не могу ее купить. Чуть попозже, чуть погодя, тем более, что, судя по всему, эта лошадь здесь навсегда, и она никуда не исчезнет, и нигде ни на сайте, ни видео нету ограничения по времени, до какого числа вы можете ее купить. Так что, понимаешь, подожди недельку-две, я тебе куплю. А может быть, даже и ждать-то не придется. Так, потом, теперь у нас остались обновления, которые второстепенные. Значит так. Здесь стоял Шайр,
его нету. А его нет, вы не беспокойтесь, он должен быть здесь в конюшне. И, кстати, да, так, здесь его нет, ну ладно. Фрейская лошадь в пятнышко и, насколько я помню, галштинская старой модельки лошадка. Их перенесли на ярмарку Фердинанда. Так что теперь, если вы захотите приобрести себе этих двух стареньких лошадок, можете смело сразу ехать на рынок Фердинанда и покупать их там. Потому что, ну, их перенесли разработчики туда. Так, а теперь все-таки меня интересует вопрос, где же Шайер? Я смотрела видео на английском языке без субтитров, и там вроде было сказано, что его куда-то переставили. Но куда? Так. Надо будет посмотреть сейчас еще раз с русскими субтитрами, потому что в статье об этом ничего вообще не сказано, об этих лошадях, это только видео. Одну минуточку. Итак, я посмотрела все-таки с субтитрами русскими, и там сказано, что Шайер, которая стояла вне конюшни Форт Пинта, ну, как бы в загоне, его перенесли в конюшню Форт Пинта. Может быть, он все-таки там стоит? Нет, тут только пони. А где? Тут его нет, нафиг. Разрабы, вы вообще, ну вообще, дерево срубили. Срубили дерево, и так деревьев мало, а вы еще их и срубаете. Я не люблю, когда убирают деревья. Могли бы хотя бы, знаете, сдвинуть на пару миллиметров в бок куда-нибудь. Нет, дерево вообще снесли. Так, странно, очень странно, потому что Шайера тут нет. Видимо, разработчики опять потеряли очередную лошадь, и они ее потом добавят под... просто крупным потоком комментариев, что где Шайер, поставьте Шайера, вы его не поставили, вы его забыли. Потому что, ну, нигде его нету, вот пинта. Он написано в видео сказать, что он стоит в конюшне. Тут его нет. Так, вот ярмарка лошадей, в этот раз она на ферме Стива. И мы видим очень смешную картину. Вот стоит вот эти две лошади, одна стоит посередине, вот этой всей кучи. Шайер, вот этот потерянный Шайер стоит в ней же и еще посередине столба, прям в текстурах. Вот просто... Ну, причем он покупаемый, он нажимаемый, но... Я думаю, разработчики просто чего-то намудрили, запутались немножечко, ну, мало ли чего. А так вот этот старый фриз, старый галштинец, пожалуйста, приезжайте и покупайте их. Цена осталась все та же. Ну, а вот с Шайером, я думаю, они его потом что-нибудь сделают, они его все-таки переставят непосредственно уже на Форт Пинта, и что это пока что только временный глюк. Итак, ребята, всем спасибо, что вы были со мной, что вы посмотрели это видео, и оно было для вам, для вас полезным. Вот, не забывайте чистить своих лошадок и угощать их морковкой. С вами была я, Даналия, и мой конь на сегодня Фьордик, очаровательный герой. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии. Всем пока.